С 1 по 4 ноября 2018 года в Бобруйске прошел чемпионат мира по панкратиону в двух разделах – панкратион традишн и панкратион фулл. От Харькова в сборной Украины участвовали два спортсмена – Екатерина Шакалова и Анатолий Егязарян. Оба спортсмена достойно себя показали, выложились на все 100. Слегка Анатолию не повезло в финалах – два финала, два вторых места. Мог бы взять оба первых, но есть нюансы, есть небольшие недоработки, которым будем исправлять. Екатерина выступила в первый день неплохо, проиграла за выход в финал украинской спортсменке, но на следующий день реабилитировалась и в финале уже у этой же украинской спортсменки выиграла с большим отрывом по баллам. И во второй день по панкратиону, по полному контакту заняла первое место. Весь тренерский состав Харьковской области доволен результатами своих спортсменов. Теперь у нас начинается режим подготовки к Кубку мира, который пройдет с 1 по 4 декабря в Будапеште. И затем сразу же мы выезжаем с 6 по 9 декабря на чемпионат Украины, который пройдет в Одессе. Весь режим подготовки проходил в основном на базе Университета внутренних дел, за что отдельное спасибо ректору Сокуренко Валерию Васильевичу. И окончание тренировочного цикла подготовки к чемпионату мира спортсмены проходили в Сумах в составе сборной Украины под руководством главного тренера сборной Украины Сергея Чередниченко, за что ему тоже огромное спасибо. Принял участие в чемпионате мира в Бобруйске в весовой категории 66 килограмм в двух разделах – панкратион и фулл. Занял два призовых места, чуть-чуть не дотянул в финале. Есть над чем работать, будем расти, улучшать свой результат в дальнейших чемпионатах мира. Особую благодарность хочу выразить своим тренерам Антону Бачарашвили, Гели Гиндия, Владиславу Сороке, Артему Шоколу. Мы проходили жесткую подготовку на базе Университета внутренних дел в Харькове. На чемпионате мира в Бобруйске вот, я заняла два места. В первый день третье, во второй день первое. Вот, первый день я проиграла от, скажем так, недостатка опыта. Но во второй день как бы я проанализировала, соперницы в принципе были практически те же. Вот я их проанализировала, поняла, как они работают, подобрала свою тактику, как работать с ними. Больше как бы опиралась я на борьбу, так как это моя база. Хотелось бы сказать спасибо первому тренеру Билыку Вадиму Александровичу за мою технику, которую он мне дал. Я думаю, на этом мы не остановимся, как бы будем дальше тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям, вот, и там показывать лучше результат. В принципе, ну, результат хороший, но можно еще лучше.